Сейчас я снова повторю свой эксперимент по включению и выключению МШУ на примере эхолинка, который работает на частоте 145-300. Я использую трансвертор. Эхолинк находится от меня в 70 километрах. Его антенна от меня, можно сказать, отвернута в низине. И сам я тоже нахожусь в низине. Уровень сигнала очень небольшой. Он идет на шумах. Это день, дневной прием. Я буду просто включать и выключать МШУ. Есть у меня режим обхода. МШУ стоит внизу. МШУ автор венгерский, Х8ЕТ. МШУ установлен, еще раз повторюсь, внизу, после 21 метра от антенны. Антенна 29 элементов ЕГА, 21 метр кабеля. Я буду просто включать и выключать МШУ, надеюсь, что этот эксперимент будет полезен. Сейчас МШУ включен. Вот мы видим, что на С-метре. Я не буду комментировать, когда я включу и выключу МШУ, просто попробуйте сориентироваться на слух, может быть, вы это услышите. Сейчас МШУ включен. Итак, такой у меня был эксперимент с включением-выключением МШУ. Может быть, он, конечно, не настолько эффектно заметен, как бы с того хотелось бы ожидать. Станция Эхолинк у меня идет очень слабо. Вот. Но я пытался, щелкал, как бы, не знаю, сам тоже с интересом посмотрю видео. На слух как бы не все так однозначно, но однозначно то, что использование, применение включения МШУ приводило к некоторому уплотнению сигнала. Вот. А отключение МШУ, несмотря на то, что станции вроде бы как бы и принимались, но вот когда были моменты замирания сигнала, я слышал, что с МШУ шумодав открывался, это был такой порог, а без МШУ шумодав уже закрывался. То есть общий уровень сигнал-шум все-таки с МШУ увеличивался. То есть полезный сигнал, он все-таки прибавляется от МШУ. Это такой мой личный эксперимент. Я благодарю всех за внимание. Давайте еще раз посмотрим. Я сам посмотрю. Всего хорошего.